Какое занятие запомнилось вам больше всего? Что нового вы узнали? Было очень много полезных и продуктивных занятий, но лично я хочу выделить занятия по генетике, физиологии растений, эволюции и зоологии позвоночных, потому что преподаватели очень хорошо разъяснили материал, и это самое важное, что это может пригодиться на практическом туре. Эти занятия отличаются от уроков в школе тем, что лекционная форма длится 1,5 часа, и они проходили в скомпонованной форме, что позволяло наиболее полно погрузиться в предмет, который нам больше всего нравится. Да, мои ожидания оправдались. Я получила практические и теоретические знания, которые могу применить в Олимпиаде. Также я познакомилась с Москвой, теперь хочу сюда поступать. Наверное, самые яркие впечатления от меня всегда оставляют люди, ребята. Например, мне очень понравилось, когда мы вместе ходили в Третьяковскую галерею, или, например, после занятия обсуждали задачи по генетике. Вообще, мне показалось, что занятия по генетике имели наиболее оптимальную форму проведения. Нам всем очень понравилось. Готовы ли вы представлять Краснодарский край на заключительном этапе? Да, мы готовы! С 23 по 29 октября проходил тренинг в городе Москве для ребят, увлеченных биологией. Тренинг был очень насыщен. Преподавательский состав был очень сильный, который зарекомендовал себя за 11 лет. Очень надеемся, что эта поездка у наших ребят вызовет не только высокую мотивацию к предмету, но и даст соответствующие результаты на региональном и всероссийском этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии.